Внимание! Экстренное предупреждение. 17-18 октября на территории Краснодарского края ожидаются сильные дожди, ливни с грозой. Усиление ветра до 20 метров в секунду. Обращаясь к жителям и гостям курорта, Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает. Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности. Руководителям предприятий и организаций принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций. Сразу после заседания КЧС каждый из вас поднимет актив, и они должны обойти улицы и предупредить, что ожидаются сильные осадки, усиление ветра, может наступить отключение электроэнергии, прерывы в подаче воды. С 11-12 часов завтрашнего дня и до 18 часов будет максимальное выпадение осадков с интенсивностью примерно за 1,5-2 часа месячного норма выпадения осадков. Причем это касается всей территории муниципального образования города Курортамыш.